Всем привет, сегодня я буду играть в Майнкрафт и выживать в Майнкрафте. Просто будем выживать и проходить Майнкрафт. Если что, я не буду показывать, как проходить Майнкрафт, я просто буду его проходить и не буду говорить, как добывать правильное дерево. Это просто я прохожу Майнкрафт. Я вроде не включал сундук, но спасибо. Ну, достаточно вещей. Ну, спасибо, что там есть топор. Это уже спасибо. Так. Нам надо факелы. Факелы. И сундук, ну, в принципе, тоже можно взять. Взяли. Мне надо хороший дом без хорошего дома. Почему всегда, когда я начинаю снимать, всегда появляюсь у воды? Это вот всегда, это обязательно. Если я не появлюсь у воды, тогда я не появлюсь у воды. Ну, кстати, большое дерево, да, бываем. Большое дерево, много дерева не бывает. Надо очень много дерева. Мне кажется, мне такое чувство, что я не буду доставать до самого верха. А, нет. Достал. Так, добываем много дерева. Давай, ты тоже. Мне надо также и доски. Я буду сразу, мне надо дом, без дома. Я бомж, ну, логично. Но мне надо найти подходящее место для моего прекрасного. Мне надо искать. Привет, Роза. Пока, Роза. Да, идем. Не говорите, что это я сделал. Нашел. Нет или да. Либо я нашел редкий биом или нет. Вот это повезло. Ну, в принципе, я могу жить здесь, но вот нет, вот тут такая гора, а мне я не хочу жить в горах каких-то. Прыгаем по деревьям. Так, сюда. Сюда попрыгали. Я уже кушать хочу? Так быстро? Ладно. Бегать я не хочу, и из еды у меня только рыбка. Поэтому будем лучше строить дом где-то здесь. Ну, видите, прекрасное место. Ну, если я скушаю сейчас рыбку, да. То есть мне надо семена пшеницы. А, да, может, это и хорошо, что я живу у моря. Ну, может быть, это также и хорошо. Ладно, будем строить дом здесь. Первое, что мне надо делать... Это сделать как-то дорожку до моря, потому что там у меня нету бедра, а я хочу сделать свою ферму. Там будет пшеница, уже семена есть. Так. Но мне надо много пшеницы. Семена. Почему всегда, когда их не надо, они из одной травы миллиардами идут, а сейчас редко как-то. Или это виновата новая ветвь. Да спасибо тебе! Как раз я хотела-то. Да маленького не трогай, ну ладно. Спасибо, волчонок. Мне помог. Ну, в принципе, этого, может быть, и хватит, но нет. Этого как-то слишком мало. Ну, хотя бы 5 мне надо пшенички. Давай, выпадай. Вы будете жить у моря, вам повезет, если вы выпадете мне. Вот сразу много начало выпадать. Ну, 5, 6, ну, 10 хватит. Да, вы будете жить у моря. Надо всегда так говорить, просто помогать сейчас.
Да, еще 3 семена пшенички надо. Мне много травы, значит, точно выпадет. Типа одно семечко. Давай, 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 давай. Почему вы будете жить у моря? Сразу 2 выпадают. Последнюю, последнюю. Вы будете жить у моря, я вам обещаю. Молодец. Все, пошли. Ты будешь жить у моря, я обещаю. Вот как так повезло? Вот здесь вы будете жить. Так, мне нужен только верстак. Этого мне хватит. Так, делаем так. Сюда. Потом нам надо мотыгу. И все, засаживаем. Так. Ну, надо читать 5. Вот так. Засаживаем. Нет, это 4 получилось. Ровно 5. Это точно 4. Вот как так можно было? Вот это повезло. Киркой я хотела это сделать. Давай. Вот повезло. Ну все, вырастайте. Мне надо лопатку, чтоб я знал, куда мне идти. Я точно забуду. До своего дома. Где мой топор? А вон. Да, давай, да, вылазим. И вот до сюда. Делаем тропиночку. Идем, идем, идем. Дальше сюда, 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 сюда. Идем вот так. Потом идем сюда. Да, не лучший вариант было так делать. Но как получилось. Да, сюда. Идем, идем к моему месту дома. Эта дыра мой также ориентир. В смысле? Как их быстро сломалось. Ладно, в принципе, я найду тропинку, это точно. Теперь надо делать дом. Во-первых, надо делать каркас нашего дома. Ну, это лопата. А мне надо, погоди, мне надо шахту. Надо добыть камни, чтобы точно лопата была каменная. Просто знаю, как она быстро сломается, как деревянная. Все, пошли. У меня есть сейчас что? Факелы также. Ну, кирку мне надо тоже. Ну, всякие. Жаль, начался. Все. Пошли. Ломаем. А, не, не ломаем. Не надо ломать. Мне надо лопату. Ну, пока только лопату. И все. В принципе, территорию я уже понял. Мне где-то вот до сюда надо это копать. Тут не будет никакого ускорения. Это просто я тут это делаю, прокопаю. Это быстро даже. В принципе, чтобы пройти Майнкрафт, нам надо больше эндерменов. А какая у меня нормальная? Это хорошо, что нормальная. Вот я бы хотел монстров найти мирный. Я так могу сделать, поверьте мне. Ну, в принципе, если я откопаю эту территорию, мне этого будет хватать. Также земли добуду как раз, которая мне понадобится. Я пока не скажу, для чего. Но она мне будет нужна. Так. Добываем. Надо много земли. Я как шахтер, но только земляной шахтер. А бывает каменный. Ну, я такой шахтер, который на земле, ну, больше не под землей, а на земле. Так, давай добывайся. Так быстро ломается. Я не верю. Что-то быстро она сломается.
Не советую крафтить каменную лопату. Ну это вот на два удара хватит еще. Ну не говорить, но это не могу откопать, знаете. Да. Ладно, руками это могу докопать. Уже ночь, это плохо. Вижу, волк помог мне убить овцу. Овец. У меня будет кровать. А, кстати, здесь где-то... Ладно. Дом. Построю на завтра уже. Но пока мне надо спать. Я не буду спать, пока у меня не будет кровать желтого цвета. Тут я видел, что было... Ночью вот так неприятно ходить. Да хотя бы любого цвета. Только главное цвета надо какого-то. Желтый. Вижу. Ну или красного. Ну, мне желтого будет лучше. Мне желтый больше нравится. Да, сюда иди. Да, желтая кроватка. С первого дома надо добежать еще. И не упасть куда-то здесь, в обрыве. Короче, вы поняли. Все, надо тут кровать положить. И все, спать. Спи, моя радость, усни. Да. И ну вот. Утро! И на утро строим дом. В принципе, ты мой друг бывший. Ты мне... Вот поэтому ты стал моим бывшим другом. Ну, вообще, я хотел сказать, что ты мне должен 1000 рублей. Ну, ладно. Давай, застраиваем. Все, спасибо. Тебе, Крипер, ты самый лучший друг мой. Ты мне испортил все здесь, что только можно. А, это как есть. Спасибо даже, Крипер, я могу так сказать. Но больше не спасибо. Смотрите, вот так. Надо по 4 вот так наверх. Так. Уже не хватит. В принципе, надо добывать много дерева. Это логично, чтобы построить деревянный дом. Даже должен быть камень. Это обязательно. Пол у меня будет из камня. И также... Не только полностью. Повезло. Теперь не страшно. У меня много криперов. Просто у меня, как вы знаете, тут шахта большая очень. А тут вообще живу рядом. Поэтому не так уж мне и повезло. Так, строим. Надо быстро строить, просто я не хочу ночью строить. Это еще страшнее. Мне кажется, вы оцените. Так, давай. Больше мне надо быть. Так. Смотрите, где-то здесь будет у меня вход. Вот где-то вот так будет у меня вход, да. Вот так. Все-таки я нахожу плюсы того, что я живу у моря. Пшеница уж выросла, я могу сделать себе много хлеба. Это надо мне. Бежать я не хочу. Я буду просто идти, потому что у меня уже мало еды. Мой друг стоит там. Как раз я его ждал. Не, еще не выросло. Отстань. Надо быстро уходить отсюда. А, я же не хочу бегать. Ладно, медленно тоже можно уходить. Даже, мне кажется, крипер будет побыстрее, чем я. Так, но дом у меня будет хороший, большой. Много камня. Очень много камня. Чтоб мне все получилось. Но также много дерева. Факелы. И сюда.
пошли вниз. Не, зачем я зашел на этот гравий? Я зашел на чужую территорию, это плохо. Ну, кстати, можно также просто вот так копаться. Экономить факела не буду, просто на экране ничего тогда не буду видеть. Так. Ну, такого камня мне не хватит. Побольше. Первое, что мне надо, мне надо хотя бы пойти. Мне надо вот на этот день обязательно построить дом, потому что я не выживу, если не построю дом. Надо обязательно достроить свой дом сегодня. Не завтра, не послезавтра. Сегодня, просто сегодня буду достраивать дом. Я буду прекрасный большой дом. Тут будут также окна. Здесь тоже будут окна. Не хватит дерева. Я вижу большое дерево. Но его жалко тут срубить. Ну не. Ну ладно. До своего дома можно. Ну теперь я хочу все вокруг тут срубить, чтобы было красиво. Ну да, но это займет точно миллиард серий. Так и знал, что так будет. Ладно, дорубить мне не надо. Ну, в принципе, мне не стул, главное, поставить. Не, ну да. Мне надо быть просто вот это дерево. Не до конца, ладно. Ну, хотя бы вот половину. Все, этого не хватит. Давай, много надо. Почти стак, но этого тоже не должно хватить на мой дом. Да, что угодно. О, да! Могу засадить потом. Повезло, что я срубил. Так. Ну тут у меня не будет окон. Тут не надо ни окон. В принципе, мой дом будет красивый. Это уже хорошо. А не земляной. Ну, что-то уже хорошее хотя бы получается. Ладно, будет у меня все-таки полудеревянный. Что мне лень ходить за камнем сейчас. Все, давай, надо добывать много. Мне также еще надо землю. Очень много земли. Откуда тут ямка? А, вспомнил. Откуда тут ямка? От одной мины ходящей. Зеленой. Вот так строим себе пол. Нормальный пол. Ладно, эту дырку я не буду засыпать. Да, как раз. Крыша еще. Ну не. Да не хватит. А потом еще найдут победу, но у меня есть вариант один. Можно из белого дерева. Ну, из белого. Ну, короче, просто вот добываем и добываем. Новые рецепты, да. Ну, это должен хотеть вроде бы. Да, это вот должно хватить. Ну, факела у меня есть, это уже хорошо. Поэтому ставим сюда один факел. Сюда и сюда. Это должно хватить на освещение всего моего дома. Мне надо двери. Двери это самое главное. Двери у меня будут деревянные. Ну, других-то дверей, а не если еще из
железные. Ну, такие двери, в принципе, хорошие в моем доме. То есть так, я не буду забирать. Мне надо сейчас добыть песка, чтобы я мог сделать стекло. Но чтобы сделать стекло, мне надо еще печку, чтобы у меня была печка, мне надо песочная печка. Ну, я думаю, за это я $1 бы получил за такую идею. Так, я не хочу. А, там я вижу, есть. Ладно, покушаем. Как раз поджарю свое мяско. Поплыли. Плыли, тут песок есть. Песок не надо. Очень много песка. Ну, не очень много песка. Так, моя главная цель не только пройти макет, но также найти аксолотли. Это моя самая главная цель. Так, песка. Да, песок. Песочек. Хватит песка. Все, поняла, я не буду плыть, я буду обходить просто. Я помню, когда я обходил, я вообще потерял свой дом один раз. Ну ладно. Да, пошли. Быстро. Нет, ночь наступает. Ну ладно, у меня хотя бы есть дом. У меня тут есть ручей, но очень такой глубокий речи. Очень глубокий. Так, полезли. Потом завтра надо проверить еще пшеницу. Я был на грани от смерти. А я тут не поспал. Я сломал кровать, поэтому я бы тут не возродился бы. Ладно, ставим кровать. Вот здесь куда-то. Тут сундучок. Ладно, поспим. И на утро все сделаем. Что мне еще не дремнуло? Так, ну пошли добывать камень. Много камня. Ну, 9. Ну, да. А не 8. Все, пошли. Еще 2. Все. Пошли. Печка. Печка будет стоять у меня где-то здесь. Тут у меня будет отдельная такая, как. В принципе, ну да. Ставим. Я проверю пшеницу как раз, пока у меня там стекло готовится. Пшеница вроде бы должна, ну, хоть какая-то вырасти. Хорошо, что я сделал тропинку. Так бы я бы забыл про эту пшеницу даже бы. Да! Выросла одна. Одна. Не доросла вообще. Да, серая. Но. Вот так и знал, что вот так будет, но пшеница не любимая штука. Теперь я вообще ненавижу хлеб. А то ж мне еще еду надо приготовить. Это тоже надо закрыть. Нет, становится сколько? 6. Давай, снизу. Зачем я так сделал? Все, еще 2 стекляшки. Да, я жду. Еще последнюю стекляшку. Давай. Все. Теперь мне надо достать домой. Верстачок.
сейчас топор сломается. Листочок будет стоять здесь. Наверное, для красоты сюда еще одну печку засунуть. Теперь моя цель. Второй этаж мне не надо. Ладно, буду жить в шахте. Моя цель — пробыть в шахте всю свою жизнь. Давай, мне надо много железа. Сейчас я могу сделать. Для чего мне надо? А, точно, мясо. Вот так и знала, вот что-то забыл. Но мне не только мясо надо будет. Мне надо будет еще. Еще. Дверь, давай. Работа, тебе должно хватить. Ладно, избавимся как раз от топора. Давай. Хотя бы я поем. Да, как вкусненько. Давай еще. Последнее. Теперь жду, когда все будет. И мне надо будет выходить и искать эндермена. Очень много эндерменов. В принципе, я могу сделать ферму всяких там людей. У меня ничего даже не было никогда в этом выживании. Ладно, на этом будем заканчивать нашу первую серию. На этом пока.